На канале ОТС «Время новостей», в студии Светлана Антимонова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Собственная кровь вместо ингалятора. Как сибирские врачи научились лечить бронхиальную астму? Вспомнить школьную программу. Какие задачи решают на всероссийской контрольной по математике? Два перелета и сутки на отдых. Успела ли хоккейная Сибирь восстановиться перед решающей игрой? Первым весенним днем в Новосибирск вернулась зимняя погода. По данным синоптиков, в ближайшее время не стоит ждать потепления. Ночью температура опустится до минус 20, днем будет около 10 градусов мороза. Сегодня днем в Новосибирске сильный снегопад затруднил движение. Стояли центральные улицы, Красный проспект, Большевистская, Кирова, дамбы Октябрьского и Димитровского мостов. Сейчас пробок нет, примерно 4-бальные заторы. Объявляли и ограничение движения грузового транспорта в въезд в город запрещали с 14 часов. Метеорологи говорят, на смену теплому воздуху и солнцу пришел северный циклон. И в ближайшие дни осадки ослабнут, но не прекратятся. Видимо, дорожным службам города придется интенсивно работать ночью. По крайней мере, водители на это надеются. Снег идет, дороги не успевают чистить, гололед, скользко. Было бы хорошо, если бы чистили бы успевали. Проехать везде возможно? Пробки ужасные в такую погоду. Стоишь по 2-3 часа в пробках. Новые дома, умные улицы и авторская одежда. Новосибирск сегодня стал столицей российского дизайна. На открытии фестиваля побывала Алия Арзаева. Уже совсем скоро на этой остановке можно будет не только дождаться своего автобуса, но и согреться, узнать расписание транспорта, а также воспользоваться Wi-Fi. Вокзальная магистраль участвует в проекте новосибирских дизайнеров «Умная улица». Этот проект преобразит всю магистраль. Над ним будет работать целая команда дизайнеров и маркетологов. Проект «Умные улицы» представляет собой комплексный проект, в котором учитывается все – и инженерная инфраструктура, и дизайн оформления, и технологичность производства. И наши студенты могут осуществить разными группами разные разделы этого проекта. Но именно умные остановки, по признанию разработчика, – изюминка всего проекта. Все-таки мы в Сибири находимся, вы понимаете, что людям стоять в ожидании транспорта не очень комфортно. Поэтому мы, значит, предполагаем, что будет теплая остановка. В состав электронной начинки туда будут входить, значит, навигационные панели, которые будут сообщать о прибывающем транспорте, будут показывать схему движения транспорта. Этот проект далеко не единственный. В течение всего года у молодых сибирских дизайнеров есть все возможности реализовать свои разработки. Мы надеемся, что дизайн поможет горожанам, живущим здесь, увидеть свой город иначе, увидеть его лучшие стороны, увидеть его красивые новые проспекты, увидеть новую рекламу на улицах, увидеть пешеходные зоны и, наконец, новое оборудование, которое дизайнеры предлагают для оснащение улиц. Конкурс, семинары и мастер-классы юных новосибирских дизайнеров ждет насыщенный год. Они тоже смогут предложить собственные проекты. И, возможно, через несколько лет увидеть их воплощение на городских улицах. Алия Арзаева, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Вылечить человека его собственными клетками. Раньше новосибирские врачи использовали этот метод для пациентов, у которых диагноз атопический дерматит. Теперь начали спасать больных бронхиальной астмой. Медики объясняют, технология простая. У человека берут 200 мл крови, выделяют из них необходимые клетки и уже их активируют. На это уходит 10 дней. Потом по определенной схеме полученный биоматериал вводят пациенту. Причем, подчеркивают врачи, очень важно, что вводятся человеку его собственные клетки. И уже они начинают способствовать регуляции иммунных реакций в организме. То есть контролируют аллергическое воспаление. Задействуют скрытые ресурсы иммунитета, и организм возвращается к норме. Все подходы были направлены на то, чтобы не дать организму реагировать на аллерген, заставить его замолчать, освободить его от подати на аллерген, так скажем. Новосибирская область открывает конкурс «Эскиз памятника неизвестному солдату». На мемориале «Раненый воин», что расположен на Зыльцовском кладбище Новосибирска, поисковый отряд обнаружил могилы двух неизвестных солдат. Год назад на месте захоронения установили закладной камень для будущего памятника, а сегодня школьникам и студентам дают возможность самим определить облик будущего сооружения. Эскиз – это
тот макет будущего памятника, который ребята представляют себе как дань уважения к погибшим солдатам. Мы предполагаем, что будут групповые работы, мы предполагаем, что будут индивидуальные работы. Мы не ограничиваем ребят в их фантазии, в их мечтах, в их каких-то видениях вот этого памятника. Единственная наша просьба к ним, чтобы они понимали, что он не может быть дорогим, он должен быть все-таки малобюджетным памятником. Работы будут принимать до 1 апреля, а итоги подведут в середине этого же месяца. Каждый участник конкурса получит альбом, в том числе и со своими эскизами, и диплом лауреата. Жюри из 14 человек рассмотрит каждую заявку на участие. Сам же проект памятника на основе конкурсных эскизов обещают представить в конце мая, а открыть памятное место в декабре. Подробности конкурса можно узнать на сайте Сибирского кадетского корпуса. В Карасуке ходят роботы, летают самолеты и плавают корабли. В Кривическом музее открыли выставку роботехники. Музейные экспонаты создавали не инженеры, а местные школьники. Поднять автомобиль в небо здесь может любой желающий. Екатерина в первых рядах, говорит, с удовольствием ходит на все технические кружки. Прикольно, не понравилось. Я не думала, что у меня получится. Обычно с первого раза молочко получается. Мне понравилось очень. Ценятся модели с хорошими летными характеристиками, маневренностью, скоростью. Кроме того, важно, чтобы модель слушалась рук конструктора. Она позволяет отработать управление моделью в воздухе, значит, и положение в пространстве, физику модели, как она себя ведет, почему она летит влево или вправо, когда она летит на вас. Все модели созданы учениками технического лицея. Даниил Шаповаев любит конструировать самолеты, которые имеют историческую ценность. Модели исторические P-39 Аэрокобра. Это американская модель, которую купил Советский Союз. Ну и на ней летал знаменитый летчик Александр Покрышкин. Среди экспонатов умные роботы, корабли и самолеты, станки с числовым программным управлением. Очень важно, чтобы ребенок понимал, что потом в жизни, насколько это ему пригодится, он будет стремиться совершенствовать все это. Ну, и я думаю, что у нас в Карске мы потом услышим о своих Кулибиных, Циолковских и Ломоносовых. Такую выставку в Краеведческом музее проводят впервые. В течение марта творчество местных школьников могут увидеть все жители Карасукского района. Валентина Чемизова, Владимир Летау, новости ОТС. Математический дозор. Акция с таким названием стартовала сегодня в России. Проверить свои знания в области точных наук может любой желающий. Наш корреспондент Елена Мирошниченко тоже не осталась в стороне и проверила на себе, сложные ли задания предлагают решить в рамках акции. Математический дозор чем-то похож на тотальный диктант, только здесь можно проверить свои знания, не выходя из дома. Достаточно зарегистрироваться на специальном сайте. Пусть у меня и филологическое образование, и школу я закончила уже почти 7 лет назад, но все-таки тоже рискну и проверю, помню ли я что-то с уроков математики. Итак, начнем. На все про все 45 минут. В моем распоряжении 15 заданий. Диаграммы, корни, уравнения. Тут нужно вспомнить формулы и из геометрии, и из физики. Пригодится и таблица корней. Кстати, иметь техническое образование не обязательно. Достаточно знаний школьной программы. Пока я корплю над задачами, школьники Новосибирска тоже участвуют в акции. Выполняют задания из математического дозора прямо на уроке. Верное будет вот это. И ответ 9. Ангелина свою будущую жизнь с математикой связывать не планирует, однако с уравнениями и формулами справилась быстро. Все понравилось, достаточно легкие задания были. Пошел человек в магазин, потребовалось, или посчитать что-то нужно, подумать логически, помыслить. По словам учителей, участие ребят в этой акции очень полезно. Несколько заданий похожи на те, что встречаются в государственном экзамене, который им предстоит сдавать через несколько месяцев. Здесь старшеклассники учат математику углубленно. Учителя, в свою очередь, стараются применять нетрадиционные методы учебы. Однако и это, по их словам, не гарантия успеха. Чтобы быть на «ты» с царицей наук, важно трудиться методично и упорно. Они могут очень весело сегодня порешать задачки какие-то веселые, а прийти завтра вообще без знаний. Самим ребятам еще этот труд нужно приложить. И вот те ребята, кто не понимает, что нужно вкладываться в математику, тогда ты получишь отдачу от математики. Тем потом сложно учиться в старших классах.
По словам учителей, сегодня дети более математически подкованы, чем, к примеру, ученики советских лет. Порой, по мнению учителей, детей даже излишне нагружают. Часть материала вполне можно убрать и изучать, например, интегралы или производную в институте. Тем временем я, гуманитарий, математический диктант, закончила. В принципе, тест простой, но лучше заранее подготовиться. Так как я последний раз решала задачи по математике еще в 11 классе, мне было сложновато. Если задачи из области математики и физики я все-таки решила, то с геометрией пришлось сложнее. Справилась ли я и остальные участники акции, можно будет узнать 15 марта. Для этого нужно зайти на тот же сайт, где вы решали задачи, и посмотреть, сколько баллов вы набрали и какое место среди участников заняли. А я пока на досуге полистаю учебник математики. До следующего математического дозора еще 365 дней. Елена Мирошниченко, Александр Ведерников, новости УТС. Если в календаре появился лишний день, то нужно посвятить его, конечно же, спорту. Такое решение приняла Европейская конфедерация волейбола, устроив по всему Старому Свету волейбольный праздник. Почти 50 тысяч человек приняли участие в матчах, состоящих из одной партии до 29 очков. Новосибирский «Локомотив» тоже не остался в стороне. Сергей Толмачев знает, как прошел день волейбола. Провести еще один волейбольный день руководство клуба решило в Железнодорожном университете. Все-таки не чужие люди. Матч между основным составом «Локомотива» и командой вуза, в которой были замечены молодые игроки клуба, а также капитан железнодорожников Лукаш Дивиш и легионер Никола Ковачевич, собрал толпы зрителей. Самое главное то, что зрители не уходят, всем нравится, никого не заставляли. Ребята, видите, много придумывают интересного. В обычной игре это не увидишь, поэтому я думаю, это главная оценка. Действительно, то, что происходит на площадке, представить в официальном матче сложно. Игроки стараются удивить друг друга. На самом деле очень приятно играть, народу много, да? Всем весело, интересно. Ну и парням приятно тоже подурачиться чуть-чуть. На самом деле очень хорошо, что такие встречи проходят. Нет, все по ходу, мне пора. Пальма первенства достается Артему Вольвичу. Блокирующий «Локомотива» и сборной России решил сменить амплуа прямо по ходу матча. Было так интересно, но, скажем так, сейчас это весело, а когда на официальной игре, я думаю, не сладко приходится. В этот день веселятся все, даже главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков. А ведь увидеть наставника железнодорожников с улыбкой на лице удается крайне редко. Даже в этот момент, когда тут творилось шоу, в этот момент никто не упускал вот эти технические элементы. Это было грамотно исполнено, в принципе, да. Вот это вызывало, ну, радость такую. Как отмечает главный тренер, эта акция в первую очередь важна для игроков. Нужно сбросить напряжение и отвлечься от официальных игр. Следующий уже не шуточный матч. «Локомотив» проведет 5 марта против «Газпрома» Югры. А там подурачиться не выйдет. Железнодорожникам нужно срочно улучшать свои позиции в турнирной таблице. Сергей Толмачев, Кристина Лата, Александр Ведерников. Новости ОТС. Через час хоккейная «Сибирь» выйдет на лед в пятом матче серии плей-офф с «Адмиралом» из Владивостока. В случае победы наша команда досрочно обеспечит себе место в полуфинале Восточной конференции. Интерес к матчу огромен, билеты в интернете раскупили за считанные часы, а в кассах их продавали не больше 4 в одни руки. Планы подготовки команды к этому часу оказались сорванными, хоккеисты были вынуждены 6 часов ждать вылета в самолете. Сейчас на трибунах находится мой коллега Михаил Дорошенко, и он готов рассказать подробности. Здравствуйте, Михаил. Как сказалась эта задержка на состоянии игроков? Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, уважаемые телезрители телеканала ОТС. Буквально час остался до начала поединка, пятого поединка между Сибирью и Адмиралом. И последние двое суток все жили вот слухами, разговорами о том, что Сибирь находилась 6 часов в самолете, в холодном, необогреваемом, не было создано условий. Но сегодня наши хоккеисты пребывают в отличном настроении, несмотря на вот эти вот все факторы, в которых оказалась наша команда. Буквально вот сбоку от меня они разминаются, хоккеисты. Много слухов ходило о том, что Сергей Шумаков сегодня не сможет играть. В итоге Сергей Шумаков будет играть в заявке на матч. Состав у нас боевой, но вот, к сожалению, произошло час назад одно происшествие в Новосибирске. Команда «Адмирал» на клубном автобусе хоккейного клуба «Сибирь» ехала из гостиницы на матч, и в итоге попал автобус в ДТП. Я вот пообщался с сотрудниками клуба, пообщался с хоккеистами «Адмирала», которые рассказывают разные версии, разные истории. Конечно же, первая версия, что это было сделано специально, якобы автомобиль на кузбасских номерах два раза провоцировал на аварию автобус, и затем в итоге врезался в бок автобуса.
автобуса. Но, подойдя к хоккеисту Мнацану, который сегодня дисквалифицирован, спросил, что было, он сказал: ничего страшного, 20 минут мы подождали, приехал дополнительный автобус, милиция, и нас обратно увезли, точнее, привезли сюда, в Ледовый дворец. В итоге мы забыли, мы сейчас думаем об игре. То есть хоккеисты Адмирала, ну да, произошел инцидент, но считают, что уже этот инцидент нужно забыть. Специально ли врезался автомобиль в автобус, будут, конечно же, разбираться сотрудники ГИБДД. Но сегодня очень сложная дорожная транспортная ситуация на дорогах Новосибирска. Лично я ехал сегодня на работу и видел две крупные аварии, потому что на дорогах, ну вот, после оттепели действительно испортилось дорожное покрытие. И, скорее всего, вот, по моей версии, все-таки нечаянно это событие произошло. Но в любом случае, сейчас уже все забыли о происшествиях. Сегодня игра. Для кого-то она может оказаться последней. Для наших хоккеистов, конечно же, хотелось бы, чтобы продолжение было дальше. Но уже после этого матча мы отдыхать отправились. В итоге, Сибирь Адмирал. Болеем, переживаем. А я отправляюсь в комментаторскую кабинку. Спасибо. Это был Михаил Дорошенко. Он работает в Ледовом дворце спорта. А у меня на этом все. Полная картина дня после хоккея. Оставайтесь с нами. До свидания.